Славянск сегодня, 9 июня, оказался в зоне интенсивных осадков. Продолжается череда ливней, которые обрушились на наш город в последние пару недель. Как всегда, такие дожди – это нагрузки на ливневки, неудобства для водителей и пешеходов. Сегодняшний ливень не исключение. Мы проехались по самым проблемным улицам, которые в такое время залиты водой. На пересечении бульвара Пушкина с улицы Васильевской, место, куда стекается вода с прилегающих территорий, захлебнулся Ланос. На перекрестке Васильевской с Банковской жители под дождем умудряются перебегать залитую водой улицу при неработающем светофоре. На перекрестке шести дорог Свобода, Торговая, Светлодарская также многоводно. Здесь пешеходам также приходится переходить улицы вброд. Машины плавают. Собралась вода и возле Прозорова офиса. Не менее проблемная ситуация и на улице Центральной в районе пересечения с улицы Короленко и в направлении железнодорожного вокзала, где также, мигая сигнальными огнями, остановилось несколько легковых машин.